Возгорание камышитовой растительности и травостоя в Балхашском районе Алматинской области ликвидировали спустя 5 дней. Площадь уничтожения огнем еще устанавливается. Силами лесного хозяйства и местных жителей проводится окарауливание. Как сообщили в ДЧС Алматинской области, вертолетом АО «Казавиаспас» водосливным устройством произведено 130 сбросов воды общим объемом 390 тонн очаги пожара. Также тушение проводилось при помощи автоцистерн, мотопомп, хлопушек, лопат с учетом направления ветра, применялся и встречный пал. Тушение очагов пожара осложнялось торфяными труднодоступными отдельно стоящими болотистыми местами и наличием постоянно меняющегося сильного ветра. В тушении пожара были задействованы силы и средства ДЧС области, пожарные посты местных исполнительных органов, местные жители, подразделения лесных хозяйств. Также использовались беспилотные летательные аппараты и авиационная вертолетная техника с водосливным устройством.